Ребята, всем привет! Сегодня мы будем готовить горшочки с курицей и картошкой. Сейчас я вам покажу все необходимые ингредиенты для этого. Значит, смотрите, нам понадобится курица. У меня два кусочка филе. Картошка. На два горшочка я делаю штучки 4 картошки. Если делаете на много горшочков, то берите больше. Морковка. Можно чеснок, кто любит, лук, сметана, масло растительное, соль, перец черный и укроп. Я беру свой укроп, не покупной. Еще кто любит, можно использовать разные приправы для картошки, для курицы, кто какие любит. Такие вот у меня красивые горшочки. Снимаем крышечки и на самое дно мы кладем курицу. Начинаем нарезать сначала с курицы. Курицу, нарезанную небольшими кусочками. И после того, как вы положили курицу, нужно обязательно посолить ее. Я так делаю. Посолить и поперчить. Берем черный перец вот такой вот и перчим немного. И берем лук. Я люблю, чтобы лук был рядом с курицей. Почему-то мне кажется, что она так получается более сочная. Нарезаем лук маленькими кусочками и сыпем поверх курицы. Лук. Теперь берем морковку следующим слоем. Чистим, нарезаем кружочками или полукружочками, кому как удобно. И кладем следующий слой. Кусочками нарезаем морковку. И пол морковки кладем в один горшочек, пол морковки в другой. Соответственно, одна морковка у вас на два горшочка. Тошку. Чистим, нарезаем кубиками и кладем вот сюда. Если у вас молодая картошка, можете ее помыть и, в принципе, не чистить. Прям со шкуркой кладете в горшочек. У вас будут такие горшочки по-деревенски. После того, как вы добавили картошку, можно добавить укроп. Ну, или любую зелень, какая у вас есть. Я добавляю свой укроп, вот такой вот засушенный. Палки не добавляем, добавляем просто траву. После этого, те, кто любит чеснок, можно добавить пол зубчика чеснока в каждый горшочек. И те, кто любит грибы, можно добавить грибы. Я иногда делаю с грибами, иногда без. Потом берем растительное масло. У меня вот Альтеро. И по столовой ложечке я добавляю в каждый горшочек. Мне нравится. Для жирности, для того, чтобы было вкусно. Вот, добавляем растительное масло и будем заливать дальше водой. Водой настолько, чтобы горшочки могли у вас кипеть, булькать. То есть оставляем сантиметр. И после этого можно еще разочек посолить каждый горшочек и поперчить. И все, отправляем в духовку. Ставлю горшочки в духовку, накрываю крышечкой и ставлю на 200 градусов минут на 50 на час. А там посмотрим по готовности. Вот такие вот горшочки у нас получились. И вот сюда вот в каждый горшочек я добавляю по ложечке или 2 столовые сметаны. Получается очень вкусно. Всем советую. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если это видео было вам полезным. Будут еще рецепты.